они противоречат законам Российской Федерации. Да, там есть какие-то московские законы, которые, по которым якобы они действуют. Есть куча постановлений. Так вот, все эти постановления, все эти законы, это гора мусора. Вы можете к ним так и отнестись. Если к вам здесь придут и скажут, мы на основании такого-то постановления, вас тут вы должны куда-то распоряжение, тут о реконструкции, квартал, еще что-то, куда-то переселить, вы можете им ответить. Слушайте, возьмите свое постановление и засуньте себе в одно место. А я вот так. Но при этом вы должны бороться, вы должны скоординироваться. Вот есть вот депутаты замечательные, Сокуренко, вот депутат. Мы с ним вместе проводили пикет у компании ПИК. Кстати, рекомендую. Еще раз давайте вот такой же сход проведем у компании ПИК. Там очень удобное место. Улица Баррикадная, дом 19, корпус 1. Вот. Давайте там соберемся в следующий раз и скажем компании ПИК, что мы о ней думаем. А нам поможет, вот тут есть разные кандидаты, здесь говорили. По телевизору не запикают. Вот пусть поможет. Да. Хорошо, пусть поможет. Вот там соберемся в следующий раз. И я совершенно тут согласен с Сергеем Дальцовым, когда он привел пример людей с улицы Кравченко. Я помогал этим людям, я приезжал туда раз 10, наверное, а то и больше. Вот, помогал им бороться, помогал им прогонять эту строительную технику и так далее. Я могу назвать другой пример. Подмосковная 16. Там тоже люди остановили точную застройку. Могу провести пример. Торфянка. Где не дали построить храм в таком же вот сквере, как у вас, прямо в середине такого сквера. О чем это говорит? Да, я готов вам помогать. Во многие, наверное, еще и тут присутствующие будут предлагать помощь. Но я могу из своего опыта довольно большого, всей этой борьбы с произволом, с беспределом, с рейдерством, с нарушением прав собственности, извлечь следующую очень важную вещь. Помочь можно только тем, кто сам себе помогает. Вот только сам себе. Вот нет такого, даже вот я, вот мы вместе с Зайцом приедем, совсем. Мы приедем, если мы будем в одиночку там где-то с кем-то, с какими-то строителями, с рейдерами, с префектурами, с управлением, ничего не получится. Если не будет вашей активности, если не будет ваших действий, то, к сожалению, ничего не получится. Поэтому мы призываем вас объединяться, сопротивляться и гнать эту нечисть, эту сволочь, весь этот ПИК, все эти управы, префектуры, к чертовой матери. Это ваша собственность, это ваш город. Вместе будем бороться, вместе победим. Спасибо.